Дорогие друзья, собственно, мы начинаем наш сегодняшний джем, и под ваши бурные аплодисменты хотелось бы пригласить на эту сцену наш оркестрик, который называется Five Orcs. Оркестр Five Orcs. Ребята, где вы? Вас ждут с нетерпением. Вот они, рыцари песни «Надежда 21 века». И, собственно, первый вокальный исполнитель сегодняшний – это очаровательная девушка по имени Оксана Дроздова. Оксана, мы ждем тебя! Блин, какая красота! Какая неземная красота! Оксана – солистка музыкального театра «Неформат», лауреат международного фестиваля «Феникс», ведет сольную концертную деятельность. И помимо того, что она просто исполнитель романсов, она еще автор-исполнитель своих романсов, которые сегодня, правда, не прозвучат, но мы надеемся, в ближайшем будущем мы это обязательно услышим. Итак, друзья, первый номер. Николай Андреевич Римский-Корсаков. «О чем в тиши ночей?» Thank you.
сейчас рубрика «Поющий куратор» проекта. Поэтому под ваши бурные аплодисменты я хочу позвать на эту сцену Михаила Бородина. Причем дело в том, что джем у нас академический. Миша сказал, что он академическое петь не настроен, а споет он столь любимый нашим русским народом русский шансон. В исполнении, собственно, вот этого замечательного оркестра Миша сейчас поразит. Я думаю, что стены театра «Зазеркалье» такого еще не слышали, как, впрочем, многие из присутствующих здесь. Миша, тебе слово. Может, и слава богу, но меня оправдывает только то, что это песенка из репертуара народного артиста СССР Константина Плужникова. Так что, так скажем, да, вы в свое время ее спели. Не она. Поэтому... Нет, ее. Она. Ее. Ваши аплодисменты. Первое исполнение в стенах Академического театра, в стенах. Русский шансон. Михаил Бородин. Академическими голосами. Увы, эта традиция ныне потеряна. Мы ее возрождаем. Да, ну, вслед за Константином Ильичем. Еще раз спасибо. Аплодисменты. Друзья, собственно, в первом отделении у нас участвовали люди начинающие. Я не считаю Мишу. И сейчас будет такой небольшой бонус. Под финал первого отделения хочется позвать на эту сцену Станислава Сазонова. Под ваши аплодисменты. Станислав проездом из Сан-Франциско в Калифорнию решил посетить наши края, потому что в России, говорят, его вообще не услышать. Он солист Венского театра оперы «Пикколо». Вот. А споет он нам ни много ни мало Антонио Вивальди. Ария Тита из оперы «Тит Манлий».
корни los tengo está.
Пронесся голос раковой.
Сейчас, одна секунда. Еще одна. Thank you.
Слышит ли девица все? Oh.
Кабель огонь,
друзья. И, собственно, этого человека можно вообще не объявлять, потому что он выйдет, и все его сразу узнают. Но я все-таки попробую перечислить немного из того, что он, кто он есть. То есть сейчас на эту сцену выйдет народный артист СССР, солист Мариинского театра, педагог Петербургской консерватории, президент фонда поддержки современного искусства, автор множества книг. В общем, встречайте, Константин Плужников. Я так, чтобы разговорник вам близок, так же, как вы, я тоже сяду. Вы разрешите, да? Ну, вот так вот мне с вами удобнее беседовать. Я всех вас вижу, даже тех, которых давно не видел уже, и тех, которых впервые вижу, и тех, которых вижу давно видел, недавно. Я вам должен сказать, что вообще искусство пения – это очень интересная и очень забавная штука. Поэтому я поставил перед собой такую задачу, написать разные книги о разных людях, о разных педагогах. Значит, вот «Механика пения» – это была моя книга первая, вторая была «Воззрение семьи Гарсия». Вы знаете, у Гарсия было трое детей. Значит, Малибран, значит, и Полина Виардо, и вот Винсент, это сын его старший, который прожил 100 лет, или 101, или, да, и вот написал все свое представление, вот это у меня была вторая книжка. Третья была о Мазетти, вот Люба Казарновская некогда прислала мне постулаты Мазетти, и я, так сказать, на основе этих постулатов как бы разобрал все, что он хотел сказать своим ученицам. Он говорил очень сжато, а там я выделил это крупным шрифтом, а все остальное я пытался сказать, что он не мог бы сказать 5 или 6 словами. Страстью и негою сердце трепещет, льются томительно песни любви. Страстью и негою взор ее блещет, блещут ее звезды, звезды любви. О, если б мог я во мне беззаботной, нежное слово безумно сказать, рад бы я чайкой быть быстролетной, бурю с волном мир и дать.
Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, облаком вые, и дети зрите вы в день веселый мая, среди негошенной травы. Меня стрелой на поле открыто, он востопчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня. Рад промчаться мимо, но устой не удержать, бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль сметаю, конь несет меня лихой. А куда? Yeah.
Александр Карбуков. We'll be right back.